Число погибших в результате пожаров, которые продолжают бушевать в Калифорнии, достигло 71 человека, сообщает CBS. Пропавшими без вести числится 1011 человек. На севере штата, где бушует пожар Кэмп, удалось взять под контроль лишь половину возгораний, от огня пострадала территория площадью почти в 60 тысяч гектар. На юге Калифорнии близ Лос-Анджелеса в результате пожара в УЗИ пострадало 40 тысяч гектар. Дым от пожаров достигает и тех районов, где не было зафиксировано возгораний. СМИ отмечают, что в Калифорнии сейчас самый грязный воздух в мире. Синоптики прогнозируют, что в ночь на воскресенье 18 ноября в Калифорнии усилится ветер и будет сохраняться низкая влажность. Дожди ожидаются только на следующей неделе. И хотя они помогут пожарным в тушении огня, ливни будут мешать спасателям в поисках останков.